Владимир Михайлов из Абакана с улицы Элеваторная спрашивает, почему Aerocity 2000 долго не вывозит его мусорный бак. Заявку мужчина оставлял еще 9 августа, хотя у соседа мусор вывезли. Владимир Кыров, директор регионального оператора по вывозу мусора, рассказал, что все заявки, поданные 9 августа, обработаны. Скорее всего, водитель перепутал мусорные баки, так как по Элеваторной 6 дом двухквартирный и контейнеры стоят рядом. Возможно, машина очистила не тот бак. Владимир Кыров пообещал разобраться, и в ближайшие дни машина приедет по нужному адресу.